Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня, головоломная вечеринка. Я проходить не буду, ребят, потому что я в них нифига не соображаю, как там все это нужно сделать. А вот ежедневки, пожалуй, мы поиграем. Так, выиграйте игру растением-героем-стражем. Нанесите 30 единиц урона зомби-героям. И также нам нужно нанести 20 единиц урона героям-заморозгам. Окей, но перед тем, как мы пойдем с тобой играть, мы купим, правильно, 11 паков. Поэтому погнали за наборами. Наборчики, наборчики, наборчики. Накопил, как ты видишь, 1000 кристаллов. Вот только давай-ка мы освежим память и подумаем, что бы нам приобрести. Ну, можно было бы, в принципе, и даже тот пак взять. Или же вот этот. Я даже, ребят, не знаю, какой лучше взять-то. Ну, давай возьмем, наверное. Не знаю, какой лучше взять. Давай этот. Так уж и быть. Все, ребят, купил. Угу, 11 паков. Начинаем открытие. Фух. Надеюсь, хоть одна легендарочка выпадет. Очень сильно хочется, конечно же, получить. Так, ну пока, ребят, здесь ничего такого суперского я не вижу. Вот пошли редкие. Орех, гриб, лавагуава. Такс, ага. Очень много дубликатов у меня. Мега редкие пошли. Это ландшафт. Так, зомби-уточка. Да ладно! Да ну чё вы, ну ёпрасота, ребят, ну... Ну это уже все. Это уже все. Я расстроился. Все, игра не пойдет. Игра не пойдет у меня, потому что мне ничего не дали. Ни одной легендочки, вообще никакой. Даже за худаленькое, ты понимаешь? Так, а я могу, интересно, сколько у меня вообще энергии? 2585. Ну это мало, ребят. А чтобы купить одну легендарную карту, нужно 4000 энергии. Ну, не повезло. Что я могу сказать, ребят? Ну, не повезло. Вот, не все же время нам вести должно быть. Выиграйте игру растением-стражем. Так, растением-стражем. Это кто у нас страж? Ну, по идее, растение-страж, это у нас, по идее, должен быть орех. Насколько я помню. Страж. Ну, чё, давай попробуем. Что там у нас за... Что-то какая-то странная колода. Ну, не седьмой колодой я играл, это уж точно, я уже не помню, ребята. Да фига тут чего нового у нас стоит. Ну, тем не менее, давай попробуем. Эта колода получается типа на орехах. Так, и играем мы против бесенка. Будем против бесячества, значит, наяривать. Ну, погнали. Так, а хилов у нас, наверное, здесь и нету, скорее всего. Так, если он вызвал бесенка, значит, он будет на бесятах играть. Скорее всего, ребят. А это дело пахнет керосином, если ты не знаешь. Ты гляди-ка, что вытворяет, а? Ты гляди, что парень вытворяет. Ладно. Так, давай защиту. Давай сюда поставим орех. Гриб. Боюсь, этот гриб нам здесь не поможет. Смотри, что вытворяет. Ты гляди, что он тут вытворяет-то, а? Ладно. Он мне не оставляет, ребята, выбора. Фух.
не оставляет вообще никакого выбора. Ну вот так вот, да, ты, значит, сделал. Ну что мы тут можем сделать? Давай так, наверное, сделаю. Блин, защита. Я думал, защита сработает, но нет. Что же тут можно предпринять? В надгробии прячет. Окей. Жалко, у меня нет могилоедов. Это да, это жалко, друзья. Ну, что ж поделаешь. Бесевая штука на самом-то деле. Очень-очень раздражает. Ну давай я так вот поставлю. Так уж и быть. Мне нужно, ребята, хил как-то получить. А как, я пока не знаю. Как мне получить здесь хилку? Кто бы подсказал? Если я бомбану, что будет у нас? В принципе, давай уничтожим. Тю-тю-тю-тю-тю. Проскок. Проскок, значит, да, ставит он? Так, у него еще один, да, этот был? Ну что ж, друзья мои, у меня выбора особого нету. Особого выбора у меня здесь нету. Вот с этим я не знаю, что делать. Мне его никак, ребята, не перекрыть. Вот в чем беда-то. И не вытянуть его оттуда. Ну, хил, если только. Давай-давай, пускай ставит везде. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Короче, сделаем так. И вот так. А там посмотрим. Если у него сработает. Ну да. Если у него сработает. А что? Что случилось-то? Он сдался по ходу дела, да? Что-то я не понял. У него ноль здоровья. Что случилось-то? Наяриваем там по полной программе. Так, ну что, друзья мои, мы выполнили первое задание.
Нанесите 30 единиц урона зомби-героям. То есть нам нужно еще сыграть за растение, да, получается? Угу. Ну, давай, например, это будет у нас... Давай вспышку на солнце попробуем. Поюзать. Твою налево это. Опять она бесячество тут, а? Да хорош, ну что это, ну ё-моё. Так, бесенок. Что он делает? Вот что он делает. Как бы карту-то ему выдавать не хотелось бы, если честно. Ага, вот так вот ты решил, да? Попробуем так сделать. Только не сюда, не на эту линию. Пускай лучше там сидит. Так, ягода. Такой довольный. Ну что, давай поставим так. Угу. И вот здесь уберем. Поехали. Правда, до бура будет делать. Ну, что ж, а, нет, он не будет ничего делать. Наверное, вот этого убрать, да? Да, вот этого, наверное, берем. Так, окей. Угу. Сосисочник. Все? Ну давай. Так, пока придержим. Ну что, сразу у него влупим, да, наверное? Я думаю, да, будет оптимально, наверное, самое то даже сказать. Так, вот сделаем. Так, ну что, нам надо дожить как-то, ребята, еще два хода. Проблема, конечно, будет. О, о, ты смотри, что у него есть. Так, как же нам тут пережить? Как нам это дело пережить? Давай в него. А что ты бьешь-то? Угу. Сосисочник. Пират. Ну, если, например, поставлю вот так вот. И вот так. Окей. Ну и, наверное, вот так. Давай посмотрим. Давай сюда, бомби. Ну куда ты бьешь-то? Ну ёпрст, ну. Сейчас бесят может вызвать. Или кровожадность. Что он у него там? Я фиг его знает.
Инвалид чертов. Так. И все, да, пока? В топку их всех тут. Уху! Сдался, сосунище. Фу, аж прям отлегло. Прям отлегло, ребят. Я уже думал, все, на грани, на грани. Но нет, все у нас получилось замечательно. Ух! Адреналинчика поймал, аж Харри покраснела. Вам, наверное, не видно, но оно так и есть. А вот теперь самое сложное для меня, друзья. Нанесите 20 единиц урона героям заморозок. Ну, урон-то мы нанесем. Но лучше бы, конечно, было бы выиграть. Так, давай-ка освежим память. Что у нас тут? Угу. Так вот, да, значит, все это у нас дело происходит. Хила два. Два зомбота здесь. Очень интересно, Рейчик, ты тут, конечно, хочешь провести дело. Ну ладно, давай, я не совсем уверен в выигрыше этой колоды, если честно. Но мы-то легких пустей не ищем, да? Ну, подумаешь, проиграем. Ё-моё, подумаешь, проиграем. Нам-то чё? Не впервой, как говорится, ладно. Но дело в том, что, понимаешь, мы пока доберемся с тобой до вот этих самых гаргантюа, которые у меня есть, да? Седьмые, восьмые, там. У нас очень-очень, ребята, много времени пройдет. Понимаешь, о чем я? Очень много времени пройдет, пока мы это с тобой сможем реализовать. Так. Начинается, да? Ну, я, наверное, пропущу пока ход. Пенек. Зачем он взял пенек? Он что-то будет туда ставить, да? А что он будет туда ставить, я не знаю, ребят. Давай сделаем так. Угу. 4-3, ну мы тогда тоже с тобой усилимся. Пом-пом. Так, что он там? Это коммунальный... Блин, что у нас получится, если мы сюда поставим? Получится ерунда. Поэтому сделаем, наверное, вот так вот. Если что, я смогу заморозить. Ага, вот так вот. Замораживаем этого чудика. Поехали. Пока ничего не будем делать. Вот это бесяво. Сейчас горошину, наверное, влепит мне. Так, 5. Есть, ребята, одна идея. Сделать. Так. Так. И вот так. А
там посмотрим, что получится. Угу. Погнали. Так, карточку забрали. Вот этот, конечно, гаденыш мелкий будет сейчас бомбить тут. Ну что, пробьешь, братух? Нет, сейчас в блок бомбанет. И пятерка сейчас полетит мне. А, он делает рикошет. Вот это вот, кстати, зря он делает. Тем более, ребята, он зря это сделал. Наверное. Да? Как думаешь, зря он это сделал или не зря? За ноль энергии. Не, давай, наверное, вот так вот сделаем. И посмотрим, что ему делать. Угу. Так, ну что я предлагаю, ребята? Ага, бомбанет сюда. Вот ты же как, да? Значит, бумкаем этого. Ну, пятерка уже в лицо ему летит автоматически. Давай так вот сделаем. Это же понты. Махана в любом случае. Вот и все. А вы что думали? Сюсюкаться я с ним буду? Нет, конечно. Никаких, ребят, сюсюканей. Да. Ну что, я считаю, что было все очень даже неплохо сегодня сыграто. А вот головоломные вечеринки эти, ребят, никогда их не умел проходить. Это нужно там с одного хода вырубить всех. Серьезно? Так, растения-умники часто обладают способностью заброса и атакуют противников на соседних линиях. Разместите их так, чтобы они нанесли 27 урона за один ход. Ты представляешь? За один ход 27 урона я должен нанести. Мне дают 27 энергии. Это прям что-то с чем-то. Вот как вот, тут вот сделать так? Даже прям вот вообще ничего в голову не идет. Разброс. Ну, сделаем разброс. Он этого уничтожит. Дальше мы, например, бомбим сюда. Замораживаем этих двух. У меня одно хп. Вот этого-то как? Вот этого надо было замораживать. А, все, уже не вернуть обратно, ребят. Да, надо было сюда ставить. Твою налево, вот это я тупанул. Мы бы только тогда бы... Блин! Сколько ты через пенек будешь бить? 3. Плюс, ага, вот так вот если мы сделаем, то вырубим, да? Здесь, вот тут надо, ребята, прикрыться еще. Тут можно прикрыться... Ну, если, например, вот этот вот бобовый сюда поставлю, и вот так вот. Плюс так. Блин, его два ребята у меня.
Есть. Шикарно, друзья мои, шикарно. 27 урона нанес. Все у нас получилось. Ну и отлично. Отличненько. Ну что, дорогие друзья, а на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.